В этом году в России заканчивается срок национальной стратегии в интересах женщин. 5 лет их привлекали в политику и предпринимательство, образование и общественную жизнь. В 2023-м в стране стартует концепция гендерного равенства для женщин. Тезисы: помощь в развитии лидерства, баланса работы и семьи, особое профобучение, гибкие условия, например, для вышедших с декрета. Но некоторые эксперты считают, что такой подход уже противовес равенства. С точки зрения равноправия, да, условия должны быть одинаковые. Вот мы либо про равноправие говорим, либо про превосходство одного над другим. И поэтому вот как раз вообще за равноправие женщин в любых сферах начал биться как раз Советский Союз. И вообще именно у нас изначально, раньше, чем во всем остальном мире, были уравнены права. Ранние ясли, переполненные детсады и женщины на предприятиях наравне с мужчинами. Все это уже было. Но в 21 веке дамы стали заходить в новые сферы. Очень тяжело я к этому пробивалась, потому что все говорили, как эта женщина и может быть хирургом. Сейчас вы видите, сколько хирургов женщин у нас. Позже с шовинизмом Ирина Солнцева столкнулась в политике. Но за прошедшие 10 лет женщин там и в крае, и в стране стало больше. Их охотнее берут в партии, ведь это работа на свой электорат. Сейчас Ирина не видит гендерных проблем, но так думают не все. Когда думаешь, что ты сразу уйдешь в декрет, предпочитаю брать какого-нибудь мужчину, который так-то имеет тоже право уйти в декрет, но от него не ожидают, что он это сделает. То есть это уже вот на уровне собеседования начинает проявляться. Вопрос не в том, значит, мужчина это женщина, а в том, какой это работник. Вот не надо путать роль, которую человек играет в обществе, и его пол. Социолог уверен, что у россиянок прав больше. Например, женщины раньше уходят на пенсию. И тогда, по его мнению, нужно либо поднимать этот срок для дам, либо опускать для мужчин. Создаваемые особые условия для образования или самореализации женщин могут задеть мужчин. По-другому эксперт смотрит и на так называемое репродуктивное насилие. Пусть выбирает, иметь ей ребенка или нет, так и есть. Нет ни одного закона, который обязывает женщину иметь ребенка. Можно, конечно, сказать про общественное давление, ну там, когда ты уже родишь, да, говорят наши родственники. Вот. Но связано ли это тогда с равноправием полов или это просто отсутствие навыка отстаивать собственное мнение? Некоторые специалисты все же считают концепцию довольно поверхностной. Экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина настаивает на принятии, наконец, закона о домашнем насилии, если уж говорить о равенстве. С чем не поспоришь, так это со статистикой. Труд трети россиянок оплачивается меньше, чем мужской, при одних и тех же компетенциях. Дамы трудятся по дому больше, чем главы семей. Но чаще всего пока в новой концепции видят проблески феминизма. Есть различные течения, которые борются за равенство. Это не обязательно феминизм, есть эгалитаризм, который за равенство всех и всего, например. И отдельные течения, которые занимаются правами мужчин, в основном связанные с армией. Тут в плане работы, скорее наоборот, с переработками. И тоже есть не юридически запрещенные профессии для мужчин, которые осуждаются обществом. Маникюр, например, делать или ухаживать за маленькими детьми. Но вообще феминизм – это всего лишь о том, чтобы считать женщину человеком. Я бы сказал, у нас самое неравноправное сейчас в мире и забитое – это белый мужчина традиционного окраса. Единственная, наверное, страта, которую никто нигде не защищает. По мнению экспертов, главное не допустить перекосов, ведь нужно развивать равные возможности для всех. А еще важно не допустить межполовых конфликтов, иначе общество остановится в развитии. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.